Всем привет, кто зашел на канал, и сегодня мы гадаем с вами на даму червенную. Дама червенная, у нее могут быть темные волосы, голубые глаза, либо зеленые глаза, у нее могут быть каштановые волосы. Также она может быть блондинка, и у нее могут быть карие глаза. Подумайте сейчас о человеке, о котором вы сейчас спрашиваете и знаете такого человека в своем окружении, в своей жизни. Возможно, это ваша коллега, подруга, мать, невеста, если вы мужчина, смотрите на свою будущую жену. Либо на девушку, с которой вы сейчас встречаетесь. Дама червенная еще может быть любимая женщина. То есть та, которую вы любите, дама червей. Та, которая близка вашему сердцу. У нее не обязательно могут быть голубые глаза, темные волосы. Либо блондинка с карими глазами, но это может быть ваш любимый человек. Сейчас мы сделаем экспресс быстрый расклад, посмотрим, какие у дамы червенной секреты и в каких энергиях она находится, что предстоит и что ожидает. Итак, смотрим с вами, ищем сначала этого человека, даму червенную. Вот она и сразу же вышла у нас во втором ряду. Она к вам спешит со своим свиданием, и в ее сердце живет надежда. Еще не любовь, но надежда. Бубновый интерес непосредственно к вам, тому человеку, который смотрит данное видео. Кстати, оно актуально в то время, когда вы его нашли и когда ваш пальчик нажал его посмотреть. Давайте посмотрим на дне колоды. На дне колоды Ленорман у нас карта букет. Она очень красивая, привлекательная, ухаживает за собой, знает себе цену. На нее засматриваются другие мужчины в вашем окружении, и она может также иметь предпочтение еще, кроме вас, на другого человека, который может быть, возможно, моложе, и он тоже ею на данный момент заинтересован. Вот такой вот выпадает секрет у нас на картах Ленорман. Сердечные дела у этих людей. Ну хорошо, давайте будем делать с вами непосредственно расклад. Мы оставляем ее на столе, даме червенную. А вы на данный момент подумайте о ней, пока я перемешиваю колоду, готовлю ее для вас. И мы будем делать расклад. Дама червенная и ее тайны. Дама червенная и ее тайны. Дама червенная и ее тайны. Так, колода готова. Две карты ее тайны. Мы отложим в сторону, и из колоды Ленорман две карты ее тайны, дама червенная. Делаем сейчас выкладку и смотрим, что у нее на данный момент происходит, ее будущее, ее надежды, планы на вас. И тайны червенной дамы, вашего любимого человека, партнерши, на которую вы в данный момент смотрите расклад. Итак, переворачиваем карты. И я начинаю трактовку. Во-первых, она очень заинтересована в домашних делах. Дама червенная
девушка, женщина, домашняя, домовитая, как кошечка, нежная, мягкая, способная любить своего мужчину, своих детей, свой дом, свое хозяйство, которое у нее есть, оно у нее есть. Также я могу сразу сказать, что человек, который смотрит данный расклад, если вы мужчина, то она смотрит непосредственно на вас и содержит вас в своем доме. Скорее всего, вы мужчина, и вы смотрите этот расклад на свою жену. Я вам сразу скажу, что в ее мыслях только вы ее хранитель домашнего очага, вы ее любовь, сердце, изобилие, романтика, защита. Вы ее лучший друг, брат, кормилец. Она к вам испытывает самые глубокие чувства. В ее действиях стабильность и дом. И она не имеет никого другого на стороне, кроме вас. Также, если вы смотрите, как у нее будут с работой складываться дела, то я вам скажу, что у нее есть коллеги на работе, которые в буквальном смысле выносят ей мозги. Почему так? Потому что карта крысы – это всегда крысиная возня. Это там, где коллеги перетирают друг другу кости, обсуждают, ссорятся, скандалят, возможно, есть конкуренция, то есть грязь. Карта сад – это карта общественности, это карта то, что находится как казенный дом, вне дома. То есть это то место, куда она ходит, зарабатывает деньги, приносит их домой. Но она там будет работать долгое время. Если вы спрашиваете, как скоро она уйдет из этого места, то я вам скажу сразу – не скоро, потому что король пик – карта Лилии говорит о том, что у нее будет дом, работа. То есть это ее круг, в котором она постоянно вращается. И он у нее будет долгосрочный. Карта Лилии это всегда говорит о том, что это на долгое-долгое время. То есть не на один месяц, не на несколько месяцев, либо пару лет. Это на несколько лет, а возможно даже на десяток лет. Независимо от того, какая там будет крысиная возня, она будет все равно приносить в дом деньги, и вы будете ею довольны. Вы для нее будете стабильным человеком, и кроме вас у нее нет больше никого. Если же вы червенная дама, которая смотрит данный расклад, я вам сразу скажу, что этот человек, который в вашем доме на данный момент выпадает, он вам стабильно на всю жизнь. И вы с ним будете проживать долгую и счастливую семейную жизнь. У вас по карте рыбы к нему очень много любви, романтики, чувственности, а именно глубизны тех чувств прям аж до души. Для вас этот мужчина не просто щит и защитник, он для вас это как вот тотемное животное медведь. Тот, который может за вас постоять, отстоять ваши права, ваши интересы, он таким является. И у вас с ним в семейной жизни все идет на равноправии, 50-50. То есть вы всегда 50 на 50 делите с ним работу. Итак, какие же у нас тайны и секреты у дамы червей? А у дамы червей есть на данный момент тайна, и эта тайна заключается в выборе. То есть она на данный момент стоит на развилке, выбирает между чем-то и чем-то, либо между кем-то и кем-то. Но это, скорее всего, выбор такой не по партнерам, а именно по бумагам.
То есть, возможно, на данный момент она решает какой-то вопрос. И тайна ее секрет заключается в том, чтобы всю эту бумажную возню завершить поскорее. А, скорее всего, если вы спрашиваете, получите ли вы патент, сертификат, какие-то важные официальные документы, я вам сразу скажу, да, вы их получите. Будет неожиданно у вас встреча с светлой женщиной, с которой вы будете вести общение, вы очень друг другу будете симпатичны, и у вас будет закрытие вопроса по документам. Если вы ждете, например, какие-то патенты, свидетельства, сертификаты, может быть, вы получаете разрешение на поездку за границу, то вы ее получите. Если вы летом подумываете о том, чтобы отправиться со своим любимым человеком в путешествие, то оно у вас, возможно, даже в скором времени и получится. Возможно, даже у некоторых проиграется так, что мужчина останется в доме, а вы, возможно, поедете в поездку либо со своей сестрой, либо со своей дочерью, и там у вас будут завязываться интересные знакомства, которые в будущем могут сыграть ключевые моменты в вашей жизни. Так, давайте соберем эти карты и посмотрим. Причем останется червяная дама, ключевые события, чем сердце успокоится. Я сейчас перемешаю карты Ленорман, и мы с вами посмотрим для червяной дамы, чем успокоится сердце. Причем она останется, чем сердце успокоится. Итак, чем сердце успокоится? Мужчиной. Вышел сразу же мужчина. Рыбы, ваши чувства, рог изобилия, ваш материальный достаток. Крысы, завидует вам кто-то на ваше благополучие, на вашу удачу. Но все разрешится хорошо, все будет нормально. Если вы поссорились с кем-то, да, может быть, это могут быть ваши коллеги, то все разрешится, и вы помиритесь. Если, например, вас недавно отстранили от работы, и на данный момент вы ждете телефонного звонка, так как карта все-таки крестовая и бубновая, что означают дела казенные, то вы получите звонок, и у вас все разрешится в вашу пользу. Карта двойка – это удача, клевер. Будет очень срочное, ни с того, ни с сего, и вы успокоитесь тем, что у вас завершится все очень даже хорошо. Карта Солнце и карта Якорь. Вы получите стабильность. Возможно, некоторые из вас даже в конце месяца, 31 мая, могут получить продвижение по вашей специальности. И все же я хочу здесь для червовой дамы, если вы мужчина, смотрите на женщину, вам сказать, что у вас будут стабильные крепкие отношения на всю жизнь. Кроме вас у нее нет никого, не было и не будет. И вы являетесь солнцем, теплым солнышком в ее жизни. То есть вы тот лучик в темном сердце для нее. Если же вы червяная дама, которая смотрит данный расклад, я вам хочу сказать, что в конце этого месяца у вас будут стабильность в делах, стабильность в отношениях, а главное, что все, что вы не загадали в этом месяце, закончится благополучно и разрешится именно в вашу пользу. Вот такой у нас получился для вас сегодня расклад. Счастья вам, здоровья, всего самого наилучшего. Пока-пока.